Я сейчас учу русский язык, и я моя дочка посмотрю. Итак, как я и сказал, сегодня начинаем 30 дней русского языка. Ура! И начинаем вопрос. Вопрос, какой язык сейчас учишь и почему? Я все записывал, но я не знаю почему, когда я записываю, я начинаю говорить хуже, правильно, чем когда я говорю каждый день. Поэтому еще раз говорю сейчас, что первый, потому что сейчас мы живем в России, и, конечно, это важно людей понимать, да, правильно. Вторая, потому что я хочу найти нормально хорошая работа, нормальную зарплату, и то, что хочу найти друзей или друга для меня, и тоже, конечно, понимать моя любимая жена.